субботу, 19 февраля 2022 года от Рождества Христова, в солнечный и горячо любимый на просторах одной очень несолнечной страны город Львов, прибыл канадский транспортный самолет с военной помощью, доставивший снайперские винтовки, пулеметы, приборы ночного видения и другое оборудование для украинской армии. Это, друзья, второй самолет королевских ВВС Канады, прибывший в Украину с военной помощью на борту. Первый, прибывший 4 февраля, доставил нелетальную военную помощь, включавшую в себя средства наблюдения и разведки, логистического обеспечения и средства индивидуальной защиты типа бронежилетов. Ожидается, что вскоре будут выполнены еще несколько рейсов. И, друзья, хоть, конечно, это всего лишь снайперские винтовки, приборы ночного видения, много патронов и еще куча оборудования, а не ракеты типа «Гарпун» или десяток истребителей «Хорнет», учитывая уровень подготовки украинских снайперов, это очень полезная помощь. Так что, братским канадцам зачет. Или, как говорил классик, не нужно останавливаться. Давайте всего побольше и винтовок, и ракет.